вот не всегда в отношениях человек-собака именно животное становится причиной несчастья. Часто наоборот. В Китае житель Пекина привязал четвероногого друга к машине так, что псу пришлось гнаться за автомобилем на поводке по проезжей части. Жестокий ролик выложили очевидцы. Вот эти кадры. Небольшая собака пытается угнаться за машиной хозяина, но очень скоро устает, совсем выбивается из сил. Хозяин при этом не останавливается, продолжает тащить уставшее животное по асфальту. Происходящее, конечно, возмутило жителей Пекина и не только. Над хозяином едва не устроили самосуд. Тот свое поведение объяснил. Говорит, собаку подобрал на улице и вылечил, а к машине привязал, чтобы воспитать, когда пес начал кусаться.